Всем привет! Сегодня у нас не совсем обычная распаковка. На распаковке у нас сегодня телефон 8910 Nokia. Телефон вышел в 2003, примерно в 2003 году. Данный аппарат не новый, он восстановленный. Заказан из Китая с AliExpress. Стоил он 118 баксов. Когда этот телефон вышел, он стоил порядка 1000 баксов. Вот за 11 лет, представляете, как подешевело. Так, давайте посмотрим. Продавец указал, что аппарат оригинальный, но аксессуары вложены не оригинальные. На, видим. Зарядочка. Хотя написано Nokia. Сделано в Китае. Так, гарнитурка явно свежего производства. Это, наверное, в подарке. Две USB флешки и, собственно, сам телефон. Вот так он выглядит. Опс. Телефон, корпус сделан из титана, за исключением вот этой пластиковой вставки, где находятся антенны. Очень легкий, блин, как новый, вообще круто, прикольно. Даже сейчас этот телефон выглядит неимоверно круто. Хотя начинка у него довольно убогая, присутствует только Bluetooth и K-порт. Нету ни полифонии, экран черно-белый. Он притягивает только взгляды, внутри ему похвастаться нечем абсолютно. Раньше именно так и было, то есть выпускался имиджевый телефон, начинка никого не интересовала, главное, чтобы он выглядел классно. А что там внутри, главное, чтобы звонить мог.